Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами обсудим весьма интригующий матч первого круга турнира US Open, в котором сойдутся Камила Джорджи и Симона Халеп. Думаю, очень интересное будет противостояние, потому что никто не знает, в каком сейчас состоянии Симона Халеп. Не просто так, я думаю, дают ее почти на равных с Джорджи, хотя, думаю, раньше и близко бы не давали такие котировки. Но, что можно сказать, Халеп много очень испытывала проблем со здоровьем в этом году. Она не так много провела матчей, если говорить о ее уровне в целом. То есть это те, которые должны гораздо больше играть и побеждать, и, в общем, быть на виду. Но вот здоровье как-то румынку подводит в последнее время. Но, исходя из того, что я видел ее практику до начала турнира, я могу сказать, что в целом визуально вроде как Симона ничего сейчас не тревожит, а значит, стоит ожидать от нее хорошего тенниса. Да, Камила Джорджи тоже не та теннисистка, которая в большинстве случаев стреляла по воробьям, надо признать, прибавила итальянка в последнее время, особенно что касается элементов игры на свои подачи, то есть у нее частенько были проблемы в этом аспекте. Но все равно считаю, что в целом-то глобальный уровень и класс игры никуда не делся. То есть по уровню качества игры, по уровню разнообразия игры, по уровню тактическому, конечно, румынка на 3 головы выше Джорджи. И но только если вдруг еще Симону реально что беспокоит, тогда шансы у Джорджи есть в этом матче. Но раз Халеп решила играть, значит, она готова. Поэтому, может быть, с каким-то риском, но я считаю, что стоит именно в пользу Симоны Халеп сыграть в этом матче. Жду ваших комментариев, лайков, подписки на канал, если вы еще не успели этого сделать. Также буду благодарен вашим донатам. Всех отмечаю, всех благодарю. В общем, друзья, скоро увидимся, как вы знаете, сейчас мы с вами будем видеться очень-очень часто. Все, всем пока-пока.